Всем здравствуйте! Валерий Меладзе сообщил печальную новость, покинул этот мир его бас-гитарист Вячеслав Воронов. С коллегой певец проработал более 25 лет. Исполнитель соболезнует родным и близким музыканта. День 55-летнего Валерия Меладзе начался с грустных новостей. Сегодня оборвалась жизнь бас-гитариста его коллектива. Не стало большого музыканта и сильного светлого человека Вячеслава Воронова. Мы проработали с ним 27 лет. 40 дней он мужественно боролся с болезнью и ушел в День Святой Троицы. «Светлая память Славе», — написал певец в личном блоге. Пользователи сети выразили соболезнования и Валерию Шатаевичу, и семье Воронова. «Только что смотрела ваш концерт с его участием, как так? Светлая память. Хочу поддержать всю команду и, конечно, родных. Ужасная потеря», — отреагировали подписчики. Вячеслава Воронова не стало в возрасте 62 года. Помимо работы с Меладзе, музыкант сотрудничал и с другими исполнителями. Например, в 1986 он выступал в группе ЭВМ, а в 1988 в коллективе «Ура» с Алексеем Глызиным. Также бас-гитарист писал песни, в 2003 году у него вышел свой альбом. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.